Доброго всем времени суток, дорогие коллеги. С вами Кононова Аня, элитный директор компании Faberlic. И сегодня я вам хочу представить такую новинку, как сумочка женская. Размер ее 33,5 на 11 на 33 сантиметра. Материал эко-кожа. И вот эти штучки... Да, они идут, это идет сплав недрагоценных металлов. Артикул у нее 9605. Таким вот образом скромненько она представлена в каталоге. На самом деле, как вы видите, сумочка достойная, сумочка приятная очень. Сейчас мы с вами посмотрим ее сбоку. То есть она в упаковочке была, там внутри была бумажка вложена, она была в пакетике. Все вот это вот было, все ремешки, все ручки тоже были завернуты в пакетик. Вот, то есть ручка у нас, она не регулируется, как вы заметили, и не отстегивается ни с этой стороны, ни с той. Везде одинаково идет. Что мне понравилось, сумка на самом деле качественно прошита. Она прошита качественно снаружи, изнутри, качественно везде. Там у меня лежит каталог, да, то есть вот она каких размеров, если сравнить ее с новым нашим каталогом. Вот такая она изнутри. Тут идет два кармашка. Практически целиком влазит рука, очень здорово. Так, тут ничего нет, два кармашка. Подклад не ездит никуда. Дно проложено какой-то картоночкой. Да, то есть на ножичках небольшие ножки блестящие. То есть швы все, вот обратите внимание, прошиты очень-очень качественно. Сумка на самом деле достойная, приятная. Единственное, что нельзя регулировать длину. И если вам эта штучка, ну как сказать, ремешок этот не нужен, да, то, конечно, его можно убрать внутрь сумочки. И тогда вы будете без проблем уже, как сказать... Вам даже, да, без проблем будете носить на плече. Вот эти вот ручки, они очень длинные. Их очень удобно на плечо. За них очень удобно так просто носить. Сумка получается, если носить за руки, то вот я ростом 162 сантиметра, она мне идет по треть щиколотки длиной. Вот, ну вот, в принципе, и все, что я вам хотела показать. Далее мы снимем, конечно, мне вот пришло такое платье, было маловато, придется отправлять на возврат, качество обалденное, вот оно там лежит. Пришли такие вот штаны, я ими очень-очень-очень довольна, этими штанами, вот, и, конечно, качество в этот раз у одежды женской, я бы так сказала, что оно намного лучше, чем летняя одежда. Летняя одежда, качество было не таким шикарным, как качество вот этой вот серии. Завтра я вам сниму видео, покажу, а пока показываю вот только вот сумочку, вот эту вот, как она представлена в каталоге. Цена по каталогу 1999, для зарегистрированных это минус 20%. То есть вот такая вот сумочка из эко-кожи. Все замечательно. Замок, кстати, железный. Забыла сказать, что замочек железный. Застегивается он. Тоже тут молния. На молнии написано вот тут вот, на бегунке, на самой держалочке, да, слово Faberlic. Очень, в принципе, вещь симпатичная. И очень вместительно. Мне нравятся такие сумки, чтобы в них много что помещалось. Ну вот, в принципе, такая красотища. Смотрится строго, приятно. Мне она очень понравилась. В возврате я даже не задумалась. Когда я ее достала только из упаковки, я сразу подумала, боже мой, какая прелесть. Вот такую сумку мне и надо было. Ну все, спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставьте лайк. До встречи в новых видео с вами, дорогие коллеги.